have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Привет. И это Мэд Сити. Мэд Сити у нас завезли обнову. В частности, завезли новую тюрьму. Она теперь выглядит абсолютнейше по-другому. Начали мы вот здесь. На втором этаже. Как вы помните, раньше клеточки были гораздо поменьше, и их было поменьше. Теперь прям вообще полностью все поменяли. Вот, с этим чуваком можно также поговорить. А эту коробочку можно также обыскать, но она пустая. Тут у нас можно присесть, можно? Я нашел дверку. Пойдем. Пойдем открутим кому-то мозги. Да. Вот тут. Что тут? Тут тоже улица. Тут какие-то чуваки стоят, которые танцуют. С ними можно поговорить. Наверное, да, но не знаю, не хочу пока что. Что происходит? Где я? Тут у нас сверху появилось расписание. Завтрак, обед и всякое такое. А что все эти пустые стали, блин? Так, спортивное поле осталось. Ну, тут рядом со спортивным полем... Так, теперь вот это место для динамита, да? Или для веревки? Наверное. А, и веревка. Да, там написано. Веревка. Я нашел здесь пластик. Местечко, такой под значок Роблокса. Пойдемте посмотрим, что у нас тут. Супергерой. Я бы хотел его убить. Отверткой заколупать. О, я нашел тоже отвертку. Это подходишь к человеку и говоришь, нужна отвертка, пока он не ресетнется, сам не сдохнет. Пусто. Так, а что в этой коробочке? Сейчас скоро найду, думаю, найду способ. О, дерево. Что за кирка? Не знаю. Тут можно работать? А, начать смену? В смысле начать смену? Работать? Да, тут, прикинь, можно работать. Я хочу попробовать поработать. Честный труд. Прикинь. О, ну. Ой, я вижу бронзу. Пойду откопаю ее. Я ее уже откопал. Что тут делают бронзы? Интересно, в тюрьме. В шахте. Ее можно сдать, ты прикинь. 20 XP, 25 бабла. Это что-то слишком мало. Нет, ну это погоди, за одну... Ну это интересно, так, я пока перестаю работать, но, блин, появилась, в принципе, опция зарабатывать. Ха! Вон я вижу место под динамит. Я хочу что-то сделать. А, здесь сюда... Ударить киркой здесь можно? Серьезно? Ну-ка, пойдем устроимся на работу погоди. Опять. Постой-ка там, я еще кирку возьму. И нельзя просто взять, и надо начать работать. Я взял две кирки сразу. Слушай, смотри. У меня ультрабус. Да уж. Ну-ка. Фига себе тут долбить надо. О, свобода. Свобода, попугаю. Так, а как мне... А, ну да, убрать кирку. И уволиться с работы. И просто свалить теперь. Прикинь, дыра заросла. Это как вообще? Я так уволился с работы. Погоди. У тебя кирка осталась? Нет. Бум-бур-дум-бум. Ладно, я пока побегаю, поищу другие способы. Тут можно устроиться работать в прачечную. Слушай, тебе пофигу на веревку, думаю, да? Думаю, тебя тут оставить можно.
Я пошел это вещи стирать. Ты возле футбольного поля? Прикинь, тут появилась куча работ. Так, с этой работы я тоже уволюсь. Так, ты уже выбрался. Да, вот-вот-вот я, вот я уже. Иди сюда. Садись. Ты сел, сел уже. Давай, валим. Ой, да он не попадет в нас. Больно, конечно, немножечко-то. Но он нас не попадет. Он косой. В общем, у нас появились новые возможности в этой тюрьме. Можно теперь работать, не выходя из тюрьмы. Прикольно. Вообще, тюрьму очень сильно обновили. Я понимаю, что это обновление называется тюрьма, и в основном тут все вокруг нее будет крутиться. Но это круто, что они это сделали. Аэропорт обновили. Аэропорт? Разве он не был таким? То есть его один раз когда-то обновляли. Вот. А, хотя, да. Давай глянем. Что-то я не с той стороны спрыгнул. Тут есть самолет, вертолет, который можно купить. В принципе, внутри ничего не изменилось. Снаружи еще так. Я могу себе в любой момент заспаунить вертолет, но, блин, нет, я бегу к этому. Спасибо. Он белого цвета. Потому что мой заспаунится со скином. Не знаю, мне захотелось... А я могу взять, сесть в этот истребитель и полететь на нем. И все истреблять. Аэропорт все так же можно обнести. О, чувак на джетпаке. Привет. Так, где тут сумки? Че, сумок не оставили мне никаких? Ах вы. О, чемодан. Слишком серый, чтобы его заметили, наверное. 500 валют, тоже хорошо. Он тут же начинает еще... Ну да. Тут вот чувак, который только что забрал джетпак, он, видимо, забрал и все чемоданы. Сейчас, погоди-ка. Сейчас подлещу к тебе. Так, и... А, ну-ка... А, тут это ATM тоже уже взломано. Да, ATM тоже взломано. В общем, тут нечего делать. Надо поехать на базу. Переодеться, переобуться. Перевзять оружки. Что-то эта тюрьма начала выть очень громко. Раньше, по-моему, такой фигни не было. Вот раньше такого не было. Так, ограбление ЖД. На самом деле, надо пойти за оружками. Давайте сюда схожу за оружками. Чё, какая разница? Магаз-то здесь остался. Вот еще один прикол, что когда берешь оружку, то, что мне всегда в этой игре нравилось, не надо после этого это, ну, то есть выбираешь оружку и не надо зажимать кнопку, чтобы поворачивать, то есть так становится удобнее бегать. Давайте я возьму еще пистолет, возьму нож и Гарену. Все. Садись. Можно ехать. Жалко то, что ты не можешь стрелять из вышки какой-то. Жалко, что я не могу вот эти ракеты поджигать. Знаешь, только сидишь, у тебя накрыли ракеты, ты зажигалкой сзади поджег, он говорит, как петарда. Где супергерои? Они супер спрятались, они же супергерои. А что это за светящийся круг внизу? Это гонки. Ого, теперь тут и такое есть. Вот это, кстати, новенькое. И еще тут появились мини-игры. Круто, круто. То есть, если тебе скучно постоянно просто грабить, ты можешь заниматься другими интересными вещами, и это хорошо. То, что здесь можно дом купить, тоже хорошо. Ну, то есть, арендовать. Это все классно. За каждую начатую мини-игру, если ты там выиграешь, получишь 50 тысяч. 50 тысяч. Корабль отходит. Так. Я на базу пока что. Я тоже пока что. Вау! Мягкое приземление. Сейчас как в это, как в GTA, сверху еще вертолет тебе. Хыдыщ! И такая надпись. Вы совершили самоубийство. О, это я чувствую себя собой наконец-то. Так прикольно, что рядом с нашей базой... О, привет, чувак. Прикольно, что с... Опа, собачки. Прикольно, что с нашей базы все-таки закончится свою мысль. Парк развлечений.
оплачивать. Приютить за 10 тысяч. Я так понимаю, что 10 тысяч это одноразово, да? Думаю, да. Сейчас, погоди, где ты? Я возле собачек. Тут есть игрушки для собачек. Можно поговорить с собачкой. Серьезно, я могу выбрать шляпку для собачки. До свидания. Взять какую-то игрушку, взять косточку, взять мячик, взять фрисби. Так, минутку. Знаете, я хочу это проверить. Я сейчас потрачу 10 тысяч. Я, в принципе, копилку я на что, но я потрачу 10 тысяч. И... Я только что случайно потратил 100 тысяч на корону. Так, как тебя будут звать? Наверное, так. Ладушек. Я, блин, только что потратил 100 тысяч на долбанную корону. Я тебя поздравляю. Мое имя не пропечаталось. Имя собаки. Решетка, 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 решетка. Прикольно, прикольно, мне нравится. Это то, как раз о чем я мечтал. Так. Это нечестно. Для чего там кусок мяса, ты говорил? Для того, чтобы привлекать собаку куда-то. Ну, это не сработало. Я кинул кусок мяса, но собака туда не побежала. Ладно, я возьму. У меня, блин, только 3000 осталось. Пойдем что-то ограбим. Пойдем. Сейчас, вот. Чтоб прям на самые-самые последние деньги еще и собаку куплю, чтобы хоть как-то корон светился. Чтобы не жалко было. Нафига я потратил 100 тысяч на эту долбанную корону? Дебильные мисклики. Мне теперь интересно. Нет, собака очень милая, собака очень классная. Мне она очень нравится. У нее отдышка когда-то закончится или нет? Потому что... Блин, ребят, по-моему, мы будем это слушать до конца серии. Ладно. Так, корабль... корабль отплыл. Заодно я проверю, останется ли... Ну, блин, я собаке даю имя и все дела. Может быть, она со мной останется и до следующего раза, и всякое такое, потому что не хотелось бы каждый раз терять собаку. Так, вон, кстати, ограбление. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Привет. Так мы их и будем отличать. Все, садись. Зато у меня есть корона. У тебя собака-король. Да. Чувак с нами пристроился. Ну-ка, мы за поездом едем? Наверное, нет. А куда? Только поезд сейчас открыт. Давай его ограбим. Давай. Сейчас он остановится где-нибудь? Никогда не остановится. Нет, он останавливается на остановках. Хочешь на крышу выпрыгнуть? Прыгай. Да что ты делаешь? Пролети! Я застрял. О, все, отстрял. Встрял. Отстрял. Дождик. Да, кстати, дождь это прикольно. Мне хочется, чтобы вот когда начнется зимний сезон, чтобы здесь опять снег был. Будет прикольно. Видишь, он останавливается. Опа. Ради, пожалуйста. Спасибо. Нет, я не успел залезть в поезд. Зачем? Погоди! Лети за мной. Ну какого шпика? Почему там оранжевые вагоны? А, это золотые слитки! Фига себе! Вот где настоящее ограбление-то. Не деньги по лавочкам тырить, а золотые слитки красть. Ну, теперь ограбление поезда стало прям смыслом. Это прикольно.
6 тысяч. Мне на счету, блин, осталось дебильных 2 тысячи. Иди сюда, тут 6 штук дают. Ну, погоди. Блин, это все, да, да, да. Ну, блин, я не могу попасть к тебе. Это дебильный поезд. Каждый раз, блин, выезжаю. Почему это... А, вот я отстрял, все нормально. Мою собаку колбасит там просто по-жуткому. Так, все, я сошел с поезда, нормально. Пора вернуть денежку. Так, спауним кого-то там... Скаута спауним, да, точно. А что ты так долго цвет-то прогружал, дружище? Ау-ау-ау. Короче, да, высадка на поезд с вертолета — это та еще боль. Так, может быть... О, тут есть еще этот гаджетовый магазик. Можно еще его обнести. Мы как раз себе тогда сейчас 10 тысяч возместим, которые мы потратили на пёселя. И узнаем. Отлично, блин. И мне еще ограбить ничего на роли, да тут. Приличному вору уже исходить некуда. Так, не надо с пушкой бегать. Так проще. А чё, тут уже все обнесли тоже без меня? Ну, вы нормальные вообще? Я украл-то пару компьютеров всего лишь. Вон в Америке люди сейчас и то больше воруют. Ау, больно. Песель, ты смотри, лазеры не трогай, они это больно бьются, если что. Тут можно, тут автосалон, можно тачки купить. Можно купить квадроцикл из подворотни. О, тут еще и молния, и гроза, в смысле, есть, и все хорошо. Я зато граблю ювелирку. О, может быть, KFC? Точно, давайте это... KFC и магазин лутанем, тоже хорошо. Моментальные деньги. Так. Может, вариант у меня сегодня будет 900 тысяч наконец-то добить? Ребят, вы не поверите, сколько я играю в эту игру, я все пытаюсь накопить миллион. То одно покупаю, то другое, то пятое, то десятое. И вот мы на пороге 900 тысяч. Но я не уверен, что это случится. Сейчас мы еще этот KFC-шку грабанем. В смысле, пропустите меня. Даже чаевые заберем, вот такие мы скоты. Так. 92, почти 93. Вот сейф еще надо, сейф-то. Нам нужно набрать 94 штуки. Почти 94, отличнейше. Блин, еще что-то маленькое украсть. От меня супергерой сбегает из-за того, что мы ее собакой останавливают, и я не добиваюсь дробовика. Супергерои такие супергерои. И так, еще поеду на снежном мотоцикле в зиму, да. То есть в лето. Оу, супергерой на вертолете. Но я сейчас не могу ювелирку грабить, потому что у меня еще награбленный скарб с этого остался. Стой, а это... А, у нас две базы теперь? Стоп! А вторая база давно появилась? Да. Я об этом даже не знал. Блин, вот, ребят, серьезно, захожу там раз в сколько-то, смотрю обновление. А, теперь наша старая база, та, которая с ракетой, здание, его перенесли, она стала второстепенной базой. Вот эта вот тема из-под ракеты. Точно, точно. Ну, то есть, его просто перенесли, старая база никуда не делась. Вот она, уютненькая, хорошенькая, такая классненькая, мне нравится. Вот тут раньше стояла вот эта вот ядерная ракета, теперь это просто прикольное здание. Блин, мне не хватает каких-то
180 золота для того, чтобы у меня было 900 тысяч. Мне, блин, мне их надо получить. Ты где? На второй базе. На второй базе сейчас к тебе приеду. Зачем? Я хочу, чтобы... У тебя есть 120 золота? Нет. У тебя есть что мне предложить? Я хочу, чтобы ты посмотрел на меня не так упорно. Давай, давай, давай. Жду тебя. Полицейский офигел, он свернулся, смотрелся на меня. Давай, ты гадыч сюда уже. Все, я в воду упала, я слишком упорота, я сальтуху в воду сделал. О, светает, кстати. Так ты где? Я плыву. Да взлети на чем-нибудь, блин. Я в воде, я не могу. Меня каким-то образом перекинуло с сальтухой. Ну где тебя подобрать? Меня подобрать возле... Сейчас, погоди, доплыву. Возле базы, да. Супергероев. Блин, а где она? Это вот та это башня большая? Самая высокая башня, которая не с Роблоксом знаком, то банк. Ага, вон вижу. Башню вижу, тебя нет. Сейчас посмотрим. Найду какую-нибудь таракашку в воде плавающую. Ты где? Я еще под воду проваливаюсь. Давай, помогите. Помогите. Ну я возле башни, ты где? Все, плыву, плыву уже. Быстро. Где? Я вижу тебя. Я сейчас буду прям там, прям там. Через секунду считай, я уже там. Все. Плыву. Объясни, где? Я тебя вижу, я возле супергероя, который Флэш. Ну все. Я возле еще одного супергероя. Я прям на башне стою. Умри! О, мне 25 дали за убийство. О, ну наконец-то уже умер. И все равно... Да! С другой стороны, с другой стороны. Где моя собака? Где моя собака? Ну, всё. Только не говорите. Еще 25 за убийство. Не говорите, то ты что? Флэш. Блин, собаки-то, кстати, реально поисчезали. Неужели они на какое-то время? Или они пошли домой спать? Ладно, хотя бы вернул себе те 10 штук за собаку. Где мой кусок мяса? Где кусок? Кусок мяса-то, кстати, у меня остался. Ладно, ребятушки, вот такая у нас сегодня получилась серия. На этом, наверное, пока что все. Хорош там пулять в людей. Вот, посмотрели тюрьму, посмотрели собак, посмотрели несколько новых механик. По-моему, очень прикольно подобавляли. Приходите, играйте, будет очень прикольно. А на этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.